Может, там уже на мордике они? Кто нервничает? Вы же понимаете то, что в стране происходит, или не понимаете? Откуда вы зарплату будете получать? Какое? Вы не понимаете, за что? Это все написано. А вы зачем здесь остановились, чтобы останавливать людей? Я вам еще раз говорю, нарушил правила дороги. Какое? Это 26. Какое? Административного кодекса. Перескажите, я не знаю. Откажите. То, что вы не знаете, это ваша проблема. Вам отказали. Вы не должны. Что вы говорите? А по ночам, когда гоняют на мотоциклах, вы их останавливаете? Вот слушайте, почему они просто блатные? В моем районе постоянно носятся мотоциклисты. Крутые машины, где коричневые. Человек проехал, просто подходит, говорят, да? Потише будете, там все сделать. Ну и как потом не кричать полиции? Под руководством полковника полиции идут работа по пытаются или там штрафуют человека за то, что он подал звуковой сигнал в знак солидарности с людьми, вышедшими на акцию по поводу Хабаровска. Прислуживайте дружкам Путина. Вот, смотрите, человек есть, ничего не останавливаете. Или они бесплатно достаются? Вот, бесплатно достаются, да? 054, 3 семерки проехал джип. Чего вы его не тормозите? Вам без света проехал, чего вам говорит, показывает. Вон, вы как стоите, так и стояли. Это нормально. Просто здесь нет заинтересованности, а здесь вот человек говорят, стоит, остановите его, пожалуйста. На это ФСБ полиция, остановите его. Или вам не под глазам. Или лучше уйти вообще. Остановите вас. Это вообще, вот он стоит, у вас еще есть, блядь, 20 секунд. 20 секунд, чтобы он его остановить. Вот, только сматернуться надо, чтобы увидеть это. Материться в общественных местах. А что там было? Почему надо было остановить? Вот, стоит, вот он едет, он простоял тут минуту, простоял без номеров. Ему вот эти люди все показывали, все вот эти люди, что надо остановить. Стояло три гаишника. Ноль эмоций, ноль. Потому что полковник не приказал. Я не в адеквате, уже ору им показываю. Без разницы. Которые посигналили пикетчик. Знаете, а можно снять ваш знак? Ну, по крайней мере, у них есть система видеофиксации.